А сегодня мы собрались в парке у фонтана, как мы пишем во всех своих анонсах, для того, чтобы собрать деньги для общества защиты животных. Преданность поступила такое, как письмо с просьбой помочь собрать деньги на холодильную установку. А вот сегодня мы пытаемся собрать денежку, и наша же федерация будет приобретать установку, которую мы потом передадим в преданность. Но сегодня работают у нас 25 фотографов, больше 26 собак разных пород. Ну, погода хорошая, вечане идут. Я надеюсь, что у нас получится собрать нужную сумму. Здрасте, подписчики, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольцы. Друзья, сегодня у нас уже 18-й раз в нашем замечательном городе Бийске проходит благотворительная акция под названием «Добрый пес», друзья. Для многих все-таки секрет, что это такое. Друзья, сегодня мы, так сказать, с вашей помощью собираем денежные средства на помощь прекрасным, очаровательным собачкам, которые нуждаются в помощи.